Тема весны в НТУ 2013 «Назад в будущее». И не каждый знает, что в американском городе Хьюстон начато строительство прототипа земной базы на Марсе, точная копия которой будет создана на Красной планете. Итак, 28 лет спустя, Марс. Надя, что это за клоун?
Ну да, после такого, конечно, грех не познакомиться. Я Евгений, мне 26 лет, и я космонавт. Поздравляю! Надя, что он делает у тебя в ячейке? Да я иду! Ну, смотрю, он спит. Бужу его, он не встает, тут ты пришел. Надя, я еще раз спрашиваю, что он делает у тебя в ячейке? Да я ж не надо покричать! Я сейчас вам все объясню. Ну уж постарайтесь, любезнейший. Мы вчера с друзьями поехали провожать Павлика. Так еще и Павлик. На мат, спасибоньки. А судьба-то она вот как распорядилась. Я здесь случайно, честное слово. Наденька, а водник под скафандриком, он тоже случайно оказался? Ой, молодой человек. Вы сами тут пару минут назад в одних портках стояли. И ничего. И вообще, вы кто такой, что так громко права качаете? Кто я? Я тут там, ну, захаживаю там сюда, там, ну, все дела. Вот, ну, господи, я-то дура, думала, что у нас все серьезно. Вы зря так. Перегнули вы палку, и с женщинами так нельзя. Ты меня учить будешь, щегол? С ними только так не нужно. Смотри. Серьезно. Ты просто космос, девочка. А у нас есть что-нибудь с вами поесть? Ой, ой, ну конечно есть. Ты что ж, я такая глупая. Это соблазнят меня сейчас. Чудесно. Дал? Что, еще не понял, что ты слышишь? Я слишком много времени на нее убил. Шел бы ты отсюда. А ты уверен, что она этого хочет? Она всего лишь женщина. Она должна хотеть новый скафандрик и хотеть варить борщ. Так вот она как, я... И болит. Тебе не кажется, что ты слишком многое себе позволяешь? Наденька! Наденька, дорогая, давайте забудем это неловкое недоразумение. Посидим за стаканчиком кислородного коктейля. Я ваш Аполлон, мой союз. Все дела. Тряхнем стариной. Знаешь, Аполь, сам тряси своей стариной. Господи, как же она пахнет. Так она вам нравится? То слово. Обожаю. Какая радость это ваша заливная рыба. Что? Какая рыба? У тебя девушка только что ушла. Я за ней. Стоять! И болит. Хьюстон, у нас проблемы нашел, я этого нелегала. Ну, вообще-то у тебя две проблемы. И первая проблема в том, мой милый, что тебе тут жена звонила. Спрашивала, когда из командировки вернешься. Что-то ты не говорил мне, что женат.
Ты там на Марсе себе еще никого не нашел, нет? Да нет, нет, что ты, дорогая. Я живу здесь одной только надеждой на возвращение. Но ничего, я прилечу, порвусь, не увидим только с тобой, солнышко. Кто-то ты со мной? Порвать пришел? Да нет, что ты, Наденька. Это я про жену говорю. Так. У него еще и жена. Так. Я все понимаю. Шел вон. Если вы думаете, что я вот это вот так вот все вот оставлю, ну вы сильно ошибаетесь. Расстраиваешься. Пойдем еще погуляем, может. Знаете, если у меня сейчас ничего не будет. А посмотри, за сколько звезд. Как на Петровщине. Ты не звезда, должна быть это метеорит. Какой у вас красивый метеорит. Ну ладно, у меня есть еще одна песня. Я, правда, слова плохо помню и аккорды. Придется подбирать. Но, наверное, лучше, чем ничего. Мне нравится. Мне нравится, что что-то делами. Что никогда тяжелейше земной и уплывет под нашим ногами. Как же я давно не слышала. Спасибо вам и сердцу, и рукой за что-то там родными часами, за что-то как-то где-то под луною за солнце. Я все решил. Этот завтра улетает со мной на землю. Вообще-то я не договорила. И вторая проблема в том, что на вас движется метеорит. И ваша база, скорее всего, будет уничтожена. Как метеорит? Как уничтожена? Хьюстон, ответьте, Хьюстон! Хьюстон, да вы шутите, Хьюстон! Господи, господи, мы же все погибнем, Хьюстон! Да ладно они! Их не жалко! Меня-то за что? Ну я же это по-любому не заслужил! Господи, мы все погибнем, господи! Это все ты! Ты мне всю жизнь испортила! А ты мне вообще сразу не понравился! Мы с тобой встретились. Выходит, зря я тебя полюбила. Ты мне, кстати, сразу как-то и не понравился даже. А ведь, ну, была бы я с ним. Зато ты где-то на земле смотрел сейчас.
сейчас на звездное небо. А знаешь, Надя, да и не жалей. Пускай не все истории заканчиваются хэппи-эндом, но я знаю...